плакала весь фильм. Фильм потрясающий, глубины, смысла, красоты неповторимой. Показана связь человека и природы, единение. Такой философский фильм о смерти и жизни. Ну вот это вот мудрость нашей жизни человеческой на земле, нашей матушки. Под большим впечатлением. Глубокий фильм. Ну как японцы могут? Глубокое содержание, которое вот словами не выразишь, это надо прочувствовать. Знаете, понравился неожиданно. Музыка чудесная, море это прекрасно, то взлет, то падение. И вы знаете, дети, это не дети, слова старика, ну в хорошем смысле слова старика, просто чудо. Дети, я надеюсь на вас. То есть этим вот идея, наверное, такая. Да, дети – наша надежда. Все восточные фильмы надо смотреть.